Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот у нас у всех у вас цветут пионы, а у меня еще почему-то не цветут. Но шли дожди, дня 3 или 4, не переставая, день и ночь шли дожди. И кусты вот так все развалились. Когда-то они у меня были связаны. Вот сегодня мы ездили в магазин и купили вот такой кустодержатель, 2 штуки. У нас 4 пиона, но мы купили пока 2, те еще 2 маленьких. А, 5 пионов, там еще один. Ну, тоже маленький. Да, в общем, вот сейчас вот такие вот наверняка у вас у всех есть кустодержатели. Что тут пишут? Защита и поддержка растений, эстетический внешний вид, стойкость к ультрафиолету, простота сборки, эксплуатация в любых погодных условиях. Такие у нас были на смородине и на крыжовнике, но они у нас, вот такие кусты огромные, разрослись. И пришлось сделать такую деревянную подставку, в общем, квадратную, все. А вот для пион решили купить вот такую штуку. Действительно, она хорошо собирается быстро, и такой толстый пластик. Вот только я не знаю, как мы ее в землю воткнем, каким образом. Да, вот, вот единственное в ней неудобство, конечно, покажи ножки. Что ножки не заостренные. Да, ножки вот, просто трубочки. Вот такие штуки. Уже травка прицепилась. Да. 3 ножки. Ну, когда-то мы делали. Ну, этот вот открывается, фигня вот эта, кто не видел. Вот, вокруг куста обхватывается, и потом вот так вот снова закрывается. Комары сожрали. Комаров после море, дождя, да. Все кругом влажное, сырое, но сегодня хоть более-менее солнышко выглянуло. Это мы в Подмосковье мы находимся. Вот. И сейчас будем каким-то образом, не знаю, пристраивать эту штуку на этот куст пиона. Может пион быть... красивый у нас, много бутонов, но почему-то еще не цветет. Наверное, поздний. Я не знаю, бывают пионы поздние, ранние. Хотя у нас ни один не цветет. Ну да. Вот. Так что... Ой, наверное, мы уже не будем вам показывать, как мы это мучаемся. Да. Сейчас покажем, что у нас получилось. Попробуем сами и расскажем, как это, легко или сложно. Все. Ну что, недолго мы мучились, но правда всех собрали в кучу. Один человек это не сделает. Вот так вот его в обхват вот так вот весь держали. Вот, воткнули и вот так отпустили. Все, а теперь он уже пусть живет как хочет, то есть его должно ветром распушить, дождем разложить. Ниже уже некуда, поэтому вот так у нас получилось. Не знаю, как вам понравится или не понравится. В общем, смотрите. Конечно, как дочка мне говорит, умельцы делают из пластиковых труб сами. Ну, наши умельцы... Нет, они умеют, но пластиковые трубы надо покупать. А у нас есть пластиковые трубы, но наши умельцы сказали, не хотим. Ну, а потом еще пластиковые трубы, все-таки они белые, а это эстетично, это зелененькое. Да, да. В общем, короче, вот мы 2 штуки сегодня купили, не так дорого, 2 штуки 700 рублей. Но мы надеемся, что это надолго хватит нам. Поэтому вот такой вот у нас кустодержатель для пионов. Вот, все. Всем спасибо. Всем пока.